У ребят из этой группы толпы поклонниц. Они популярны и востребованы. Их песни соответствуют последним веяниям музыкальной индустрии. Мистерионс назвались они и в свое время взлетели со своими композициями на вершины отечественных чартов. Зельен, забросив спортивную карьеру и пребывая в некой депрессии, поддержал друзей, которые решили сколотить команду и стать частью казахстанского шоу-бизнеса. Прошло успешно, и сегодня группе Мистерионс уже 8 лет. Было пройдено многое. Многое еще предстоит сделать, делится певец. Но главное, этот парень открыл для себя многие глубокие истины. И теперь в новом направлении двигается к своим целям и новым отношениям. Дильен, привет! Привет! Рада тебя видеть. Взаимно. У себя в программе. Но начну сразу нашу беседу с того, что в этом году нашей замечательной Евразийской музыкальной премии, которую проводит телеканал Музон, вас нет. Ни в одной номинации вы не участвуете. Почему? А ты видишь, я закрылся. Открывайся и рассказывайся. И рассказывай все по чесноку. Ну, как бы сказать, чтобы правильно сказать, чтобы красиво звучало еще, да? Вот у всякого артиста или у группы бывают моменты, когда нужно делать паузу и заниматься другими вещами. Так. Допустим, в американском шоу-бизнесе, или, как сказать, мировом шоу-бизнесе. Так. Один год хитует Джастин Тимберлейк, и в этот год Ашер помалкивает, занимается там фильмами, там что-то там делает. Нео потом следующий год. Ну, то есть они всегда чередуют, не бывает, чтобы все в одном. Но при этом они параллельно где-то что-то делают и работают. Да, тогда получается, вы параллельно, ну, понятное дело, Арман женился, он сейчас больше занимается семьей, может быть, даже сольным проектом, может быть, совместно дуэт с супругой Ашей Матай. Ильяс тоже женился в этом году, что-то, видимо, так все ушли в семью. А ты чем занимаешься параллельно? А я чем занимаюсь? Я вот послушался своих родителей, которые говорят, что ты будешь всю жизнь петь, давай что-нибудь параллельно найди и параллельно это двигай. И вот на эту параллельную вещь мне нужно было сосредоточиться. Очень много времени уходит. Очень много времени уходит. И не хватает времени на группу Мистерия. Хватает, мы все равно выступаем, то есть что-то делаем, но просто не полностью отдавались. Поэтому нас не было видно, и мы не снимали видео. Мы в основном занимались музыкальным материалом. Порядка 30 песен мы придумывали, потом выкидывали. Придумывали, стирали. То есть мы всегда в таком процессе были, и это очень сложно именно правильную песню подобрать, которая будет всем нравиться. Соответственно, из всего этого материала мы отобрали 4 песни только. Сейчас мы ими и занимаемся, и сейчас, конечно, уже больше свободного времени, поэтому мы вот-вот уже приступаем к работе. Но это не говорит, что мы все это время распадались или не выступали. Расслабились. Расслабились, да, мы все время выступали. Ну, то есть вы не расслаблялись все Мы не расслаблялись, время. Просто мы не на 100% отдавались, а на 98%. Получается, сейчас вы немножечко были для своих поклонниц в затишье. Это продолжается, наверное, уже на протяжении года, да, примерно? Да. Ну, понятно, что вы там пишете песни, может быть, параллельно. Нет видеоработ. Почему-то вас не видно на ТВ последнее время. Честно тебе могу сказать, я считаю, что ваш коллектив, да, такой бойз-бенд, в свое время был одним из лучших. То есть у вас была действительно армия поклонниц. За этот год не растеряли поклонниц вы? Спасибочки. Вы знаете, год — это ничего страшного, потому что я помню, группа Урдана лет 5-6 пропадала. Да, да? И у Рингу нет клипа последние 2-3 года. Но это никто не замечает. Почему? Потому что есть Инстаграм. И он у нас тоже есть. Так. Мы всячески периодически снимаем себя на видео,
фотографируем, что мы вот выступаем, что мы не пропали. Это же тоже своего рода пиар. Не обязательно прям каждые два месяца. То есть ты считаешь, что телевидение в принципе уже не нужно, что достаточно одного инстаграма, ну окей, социальных сетей для того, чтобы пиариться? Я не сказал, что это не нужно. Я сказал, что это просто такие второстепенные вспомогательные вещества. Но тем не менее, все равно среди коллег, артистов поговаривали о том, что вот-вот и еще чуть-чуть, и группы Mysterions не будет. То есть вы потихонечку, медленно, но верно близитесь к распаду. Вот я так думал. Ты сам пока даже так думал. Пока мы не написали песенки, которые, чувствую, скоро взорвут. И поэтому у меня есть огромная надежда. Так, вы их записали уже? Мы их записали. Видеоработ пока еще нет на эти композиции. Видеоработа будет. Будет. На одну из этих песен. Остальные будут просто как синглы выходить. Но это, я знаю, что... Ну, конечно, я слишком уверенно не буду говорить, но я надеюсь, что эти песни ничуть не хуже наших хитов. И поэтому это будет продолжением нашего творчества. А не считаешь ли ты, что это затишье все-таки было связано, потому что твои коллеги по группе занялись личной жизнью? Ты знаешь, считаю. Так, давай, рассказывай. Сейчас все скажем. Ну, это очевидно. Это очевидно, то, что ребята женились. Вы знаете, что жениться это не так уж и легко. Это целые ритуалы, процессы, кудавах туда-сюда, дом, постельное белье. И, ну, это очень много времени занимает. Плюс после свадьбы туда сходить к гостям. То есть, и, соответственно, у человека другие цели на какой-то маленький промежуток. И он не может отдаваться полностью группе. В этот период мы выезжали только на выступление или на определенные срочные концерты. В это время мы не работали в студии, мало встречались, поэтому вот так вот затянулось. Мы сначала думали, что вот этот период у Армана пройдет, сразу приступим к работе. Но потом начался период Ильяса, и он процесс еще немного затянулся. Потом у Армана вот готовится к рождению пополнение, ребенка, к рождению ребенку готовится, и еще процесс, то есть, поэтому, видите, я как-то чуть-чуть на фронте. Прежде чем заняться творчеством, ты им занимался еще до университета, и в университете. Что это было? Ты в КВН играл, в группе Mysterions мы пели еще до того, как поступить в университет. Даже... Мы учились в колледже. Сколько тебе лет было, когда ты стал участником группы? Мне было, сейчас скажу, это было где-то 18 лет. 18 лет мне было. Если говорить об истории группы Mysterions, у вас изначально был продюсер. Жазира пришла уже в готовый коллектив, то есть она вас не создавала как группу. Жазира пришла в готовый коллектив. Я собирал материал группы и, как в фильме «Секрет», начал раскидывать его везде, где можно. Во все радиостанции. Мы искали того, кто поддержит нас, поймет нас и будет продвигать. Кто увидит вообще в нас что-то? Потенциал. Потенциал, ваш. Да. Вот так сложилось, что наш продюсер Жазира первая, кто увидела в нас потенциал и взяла за нас. Для чего вам это нужно было? Вам не хватало финансирования, насколько я понимаю. Во-первых, финансирование. Во-вторых, продвижение, в общем, продюсирование в целом. С Жазирой сколько вы проработали? Недолго, по-моему. Мы проработали три года, потому что оговаривался контракт изначально на три года. Чье решение было не продлевать контракт? Решение было это государство нашего, которое решило почему-то в кризис войти. Замечательно, так. И Жазира отказалась работать с вами? Или вы сказали? Это было обоюдно. Я, конечно, как творческий человек, хочу сказать, что в моих интересах продлить жизнь группы как можно дольше. Так. Но так как я здравомыслящий человек, я осознаю, что у каждого певца, артиста, группы есть свой срок. И каждому предопределено какое-то время. Ваше время еще не пришло? Наше время еще не пришло. Мы должны хлопнуть очень громко дверью. Мы должны сделать сольный концерт. Мы его сделаем, даже если будем менее популярны. Потому что нужно поставить точку. Кто лидер в вашей группе? Хоть мы изначально оговаривали, что у нас лидера не будет, что будем втроем и так далее. Даже всегда будем говорить в интервью, что мы нету лидера. Так. Всегда каждый год у нас лидер, он, знаете как... Менялся? Он не оговаривается, он как-то молча появлялся. То есть
человек сам хочет быть. Какой-то период Арман был лидером, он там ездил туда-сюда, пацаны. Блин, с матами. Будете что, будете, не будете. И мы такие, оп-оп-оп, прибегаем. Мы чувствуем, что в этот период он был лидером. Так. Потом у него начались отношения. Потом, когда он был занят, лидером был я. Ильяс по характеру, он изначально поспокойнее. Да. Угу. Поэтому мы с Арманом менялись. В жизни он спокойный человек. Но если на камере вы видите ее, он такой... Душа компании, человек может веселый такой. В группе он, я бы сказал, самый такой всесторонний, талантлив. Он в общем, в принципе, отвечает за креативность группы Mysterions. Все вот эти необычные фишки – это его идея. Что касается в группе по творчеству, по креативу, это в основном большинство исходит от Дилиена. Такой включенный, можно сказать. Можно сказать, что он... наш творческий мозг группы. По административные моменты всегда у нас отвечал Дилен. Он в этом плане более ответственный. Ну, я бы сказал, он самый мирный у нас в группе. Очень редко конфликты с ним происходят. Очень спокойный. Порой это даже чуть нам не хватает, наверное, задора. За 8 лет группа Mysterions, конкретно с Диленом, никогда ни разу не было конфликта большого. Самый главный минус, наверное, у нашей группы, не только у него, это, наверное, лень. Мне кажется, Дилену чуть не хватает решительности. Он в плане творчества, он бы мог развиваться помимо группы Mysterions. Но он эти, как бы, свои таланты не развивает. С этим минусом надо как-то бороться. Если бы Дилен не ленился бы, он бы добился большего. У нас в группе Арман женился, я женился недавно. И пришла очередь Дилена. Я так думаю, что скоро-скоро тоже свяжет свои узы браком. Дилен, конечно, отнесся с пониманием. Он не обиделся, он хочет жениться. Бабник. Можно сказать, бабник, да? Нет, сейчас у него девушки нету, да. Но я знаю, что он сделает правильный выбор. Ему девушке нужно все, чтобы и была внешность, и ум, и это, общительность, и трудолюбивость, чистоплотность, и воспитание. Мне кажется, все нужно. Это, получается, идеальная девушка выходит, и такую тяжело найти. Дилен не сильно прям привередлив в этом отношении, в поиске девушки, но есть свои какие-то критерии, которые он ищет из них. Ну, мне кажется, найдет свою единственную. Свободен ли ты сейчас в личных отношениях? Свободен? Но знаете, не это верю. Печально. А то, я не верю, что ты свободен. Я свободен. И это печально, то, что я говорю, что я свободен. Так. Почему? Потому что... Потому что два участника уже женились, а у меня даже девушки нет. Нет, потому что я помню, всегда, когда мы давали интервью, со времен даже, когда группа только создалась, всегда нас задавали один и тот же вопрос. Вот на камеру скажите, на вас смотрят поклонницы, у них есть шанс? Вот такой вот всегда вопрос задавали. Так. Или свободно ли ваше сердце? Так. И мы всегда с улыбками отвечали, да, наше сердце свободно. Арман мне сидел, говорил, что сердце свободно, а через месяц он женился. Ну, люди разные бывают. Так, поэтому я хочу, чтобы ты говорил правду. Так я и пришел на эту передачу, чтобы говорить правду. Сейчас такой период, я, знаете, раньше, когда я был в отношениях, получается, я их строю просто ради того, чтобы они заполнили мое состояние, пустоту, да? Мою вот пустоту это, заполнили. Угу. Чтобы просто быть в отношениях, чтобы просто с кому-то высказаться, рядом быть. У меня не было мысли там любить или влюбиться. Неужели ты никогда не любил? Самое главное, у меня не было цели жениться. То есть я просто был в отношениях. Это вообще неправильные были То мои мысли. То есть в этих отношениях не присутствовала даже любовь? Нет, любовь – это другой вопрос. Так. Вопрос в том, что в этих отношениях изначально не было намерения или мысли, что вот я выбираю девушку, на которой буду жениться. А твои самые долгие отношения? Не хочу об этом говорить. Ну сколько они продлились? Мне просто интересно очень знать. Очень мало. Самые долгие отношения? Самые долгие отношения 4 месяца. 4 месяца? Да. Потому что я немного человек из другого теста. Если я вижу, когда... что-то не получается, что с этим человеком невозможно будет жить, или я не устраиваю этого человека, мы приходим к обоюдному мнению. Я выслушиваю человека. Человек говорит, мы не подходим друг другу, но я соглашаюсь. И поэтому, так как нет не будущего, получается. Да, не получается. Сейчас, конечно, у меня мысли. Сейчас мне нужна, даже если девушка, я должен уже выбирать
такую, которая будет женой, а не такую, которую постречаюсь, а там посмотрим. От этого уже не пойдет, поэтому... Это на тебя влияние твоих коллег? Нет, это влияние коллег не из моей группы. Нет? Это влияние коллег, которые я смотрю на группу «Авдавай», на группу «Орду». Или пацанам по 40 лет, они до сих пор танцуют, ну, если откровенно говоря, несерьезными вещами занимаются, да? Я не осуждаю их, просто мне страшно. Я когда я смотрю на... Ты боишься будущее такое же, как у группы «Алдавай» или «Орда»? Я боюсь такого будущего в плане того, что я не хочу поздно жениться. А что тебя не устраивает чаще всего в твоих избранницах? Вы знаете, это немного психологический вопросик. Ну давай, расскажи. Ну, я готова сегодня выступить твоим психологом. Я стараюсь. Я не знаю, что меня не устраивает. Возможно, я никого-то не устраиваю. Но я не могу сказать... Про меня вот друзья, они говорят, что я какой-то придирчивый. Или что меня что-то всегда не устраивает. Я с ними не могу согласиться, потому что есть основные критерии. Которые тебе нужны. Которые мне нужны. И которые ты видишь в девушках. Да. Вот вернемся к критериям твоих девушек тогда. Девушка то не должна, быть в шоу-бизнесе. Не должна быть в шоу-бизнесе. Она вообще должна работать, девушка твоя? Пусть работает. Я не против. Так. Знаете почему? Почему? Потому что какое-то время, период я думал, что жена не должна работать. Даже она должна так, сидеть дома, да. Потому что я знал, что так правильнее, во избежание всяких измен, там, ссор, ревности и так далее. То есть ты ревнивый? Я не ревнивый, даже но я должен быть ревнивый. Даже если у тебя девушка будет ходить на работу, это уже повод для ревности? Ну, я имею в виду, этот период прошел. То есть это когда-то так думал, когда-то да. Когда-то так было. Сейчас, судя по тому, что 21 век, я понимаю, что от девушки зависит и от парня зависит. Вообще от человека зависит. Я не против, если девушка будет самореализовываться, читать книги, заниматься спортом, чтобы подтянуто быть. Для мужа же это все-таки делается. Работать, чтобы не быть в депрессии, там, чтобы с ума не сойти. Так. Вот поэтому я за. Но я именно, знаете, у меня основные критерии, чтобы девушка мыслила, как я. Или хотя бы даже если она не мыслит, она была готова меня выслушать, понять и принять мои мысли, и потом мыслить, как я. Для меня не важно, чтобы она знала несколько языков, была эрудированной, там, была там, обладала ораторскими качествами, там, тренинги была. Но самый главный вопрос в жизни, смысл жизни, она должна понимать или хотя бы выслушать, потом принять, может, я буду ее направлять правильно. То есть ты хочешь, чтобы твоя половинка всецело принимала тебя, твои мысли, твои суждения? Да. Для тебя это важно. Да. А лучше, если бы она уже такой будет. И мы просто уже была встретились. Такой. Почему ты не хочешь девушку из шоу-бизнеса? Вот это мне интересно. Ну, потому что, в принципе, я со всеми с девушками шоу-бизнеса знаком. Перестречался. Нет, я не встречался никогда. Так. Хоть и ходили слухи, что я с кем-то встречался, это все ложь. Да, какие ходили слухи? Ходили слухи, что я встречаюсь с солисткой группы Кешью. Это ложь. Я не встречался с ней. Еще с кем? Кого еще приписывали? Ну, всякое приписывали, знаете, истина далека от этого. Просто я общался, я понимаю, о чем девушки думают, как они крепко держатся за эту славу, дверь, за славу, это, да? Как им для них важна их внешность, как для них важно иметь карьерный рост, чтобы они сами зарабатывали. У них семейная жизнь на втором плане. Так. Всегда. Хоть они на словах в интервью говорят, ой, вы знаете, там семейная жизнь у нас, это все ложь. Даже если они родятся, женятся. Эмансипация полностью поглотила женщин в шоу-бизнесе. Да, я понял, что шоу-бизнес портит девушки не в плане, там, как многие мужчины сейчас подумают, все испорчены, а именно в голове у них черви, и их черви, этих червей трудно удалить. Ты это смело можешь обобщить на всех девушек, которые работают в сфере шоу-бизнеса? Нет. На всех я не буду обобщать. Все люди разные. Я говорю в целом о стереотипе. Естественно, возможно, я с кем-то не знаком, а может, в ком-то ошибаюсь. Я имею в виду в целом, чтобы обезопасить себя. На всякий случай. На всякий случай я не хочу заводить отношения в шоу-бизнесе, потому что слишком много сил потратить надо, чтобы кому-то что-то объяснить. Многие, наверное, подумают, фуй, ну сам поет, сам что-то там... Клипы снимает с голыми бабами там где-то на пляже, да, у нас же есть клип освоенным. А сам что-то сейчас заумничал. Не лицемерит ли он? Я понимаю такие мысли, я готов на такие высказывания и критику. Так. Я хочу сказать, что я не идеальный человек. У меня есть минусов, возможно, даже больше тех, кто смотрит меня по экрану. Но я знаю свои минусы,
Я о многих вещах жалею. И в будущем я учусь на своих ошибках. В будущем я собираюсь измениться к лучшему. Соответственно, я всегда открыт для девушек, которые, ну, не супер чистой жизнью жили, но которые имеют голову, которые сожалеют о каких-то вещах и хотят жить правильно. Еще я смотрю на такие вещи, самое главное, это как уважение, потому что я понимаю, что любовь, она пройдет, страсть пройдет. Что останется? Останется гонор в характере, который говорит «неважно». Я ненавижу слово у девушек, это когда мне говорят «неважно». Это самое мое ненавистное слово. Когда у меня хорошее настроение, это я вспоминаю отношения, хорошее настроение, я хочу порадовать свою девушку чем-то там сладким. Спрашиваю, что ты делаешь? Приходит смс, «неважно». И у меня тут нервы появляются, у меня тут вена такая, дын-дын, дын-дын. Не люблю слово «неважно», какая тебе разница. То есть это все говорит о гоноре в характере. Для меня важно, чтобы девушка относилась уважительно к себе и к своему молодому человеку. И чтобы не было вот этого гонора. Вот этот гонор намного важнее, чем внешность. Ты прям опытный уже, я смотрю этот в отношениях, прям опыт у тебя хороший. Дильен, ну я думаю, что мы, у нас была очень интересная беседа. Очень многое узнала, честно говоря, не ожидала, что у тебя вот такой внутренний мир. Очень интересно твои высказывания и мнения, и в целом взгляды на жизнь. Что могу тебе сказать? Будь лидером в группе Mysterians. Желаю вам удачи. Я очень надеюсь, что ваша работа будет продолжаться, что вы не остановитесь и, дай бог, не распадетесь и будете участвовать в нашей ежегодной музыкальной премии. Надеемся. Ежегодно. Надеемся.